Там игрушка какая-то, трактор там еще. Наш мам похож на ландыш. Нас любит. Женя не мечтала в детстве стать актрисой и не училась в театральном институте. Она даже и не могла предположить, что будет играть в одном из самых популярных театров Саратова. Были такие спектакли, которые помогали людям жить, там, дарили им радость или там, печаль, и нужны были им. На первом курсе Саратовского университета она увидела объявление о наборе в театральную студию. Пришла, прочла отрывок из Достоевского и задержалась в этой студии на целых 15 лет. Студия переросла в театр, Академию театральных художеств. К концу первого курса Женя родила сына. Учебу в университете она не бросала, но дома практически не появлялась. Ее жизнь замкнулась на театре. Вот мама сейчас вспоминает, и, конечно, мне очень жалко, что я ей столько доставляла расстройства с этим. Она пыталась меня даже не пускать на репетиции. А я со слезой во взоре, да, говорил, что если он меня сейчас не пустит, я выброшусь в окно. Быть отцом немного гневно. Это ужас многодневный. А лучше прясь, смеясь и блея в паутинной ассамблее. У нас появился свой зритель. Наша одна знакомая, у нас был спектакль «Незаживающий рай». Я зарядил висок картечью трав и сказал «пиво». Вот, она говорила так с гордостью, что она уже 28 раз его посмотрела. Мне настолько как бы не получилось вот с моим первым мужем, которого я очень любила, и казалось, что это на всю жизнь, у меня не получилось вот разделить мою любовь к театру. Он не хотела этого и запретил мне дома вообще разговаривать про театр. И я вот мечтала, что думаю, как было бы хорошо вот иметь мужа, с которым можно было бы говорить о театре. А потом есть же поговорка: бойтесь ваших желаний, ибо они исполняются. Ну вот мне сказали: хочешь такого мужа? Вот тебе, пожалуйста, муж-актер. Женя во второй раз вышла замуж за своего коллегу, актера АТХ. Теперь ей не нужно было разрываться между домом и любимым театром. Мой второй брак тоже трагичный. Он, может быть, он как раз пострадал от влюбленности в дело. Но в 2001 году театр АТХ закрылся. В моей жизни он совпал тоже вот
с разрушением моей второй семьи. Кидаю! Я вообще не могу! Вам нужна другая! И это, может быть, даже по силе как-то перекрыло вот утрату вот дела, такого дела твоей жизни. Я вот и попала в Оптину пустынь. И тоже это место стало как бы моим вторым домом. Там нашла человека, который направил меня и считаю, что очень мне помог. И даже думаю, смею думать, что как-то помог мне вот снять тот, ну, как бы накал переживаний, что ли, и помог меня направить совершенно в другое русло. Потому что именно я обратилась к нему с вопросом, вот что дальше. Мама взяла нас из детских домов. Всех детских домов. Первых привезли Мишу, Сашу Клестина. Потом Мишу, потом Васю, потом Сашу, потом меня, Родиона и Игоря. Все вот так вот вместе. У нас образовалась семья. Потом мама нас научила кататься на велосипедах. Я сначала не мог, я сначала садился на велосипед. Ехал чуть-чуть вот до того столба, ехал и сразу падал. Не мог дальше доезжать, ноги всегда уставали. Но у нас все есть. Никто так не может стать, как мы. Ни у кого так нет много богатства. У нас много игрушек, конфет, конструкторы, а других нет. Мы в цирке едем, в театре, на море, а другие дома сидят. Она решила создать большую семью, которая уже никогда не могла бы распасться. Открыла частный детский дом и усыновила 7 детей. Вот понимаешь, если это дело Божье, вот стоит мне сказать на кухне, нам надо подумать, что нам надо осенью, какую на зиму сделать заготовку, сколько купить картофеля, капусты и так далее. Буквально через 2 часа раздается звонок и говорят, вам нужны овощи? Мы вот хотим вам как-то помочь. Да это настолько очевидно, что это чудо каждый день. Каждый день. Пятером трубят на трубах, пробуют играть на клавишах, мечтают научиться на гитаре, рисуют, поют. Я думаю, что это все очень важно. Это развивает их душу. Ведь неизвестно, кем они еще будут. Чем больше вот мы им сейчас дадим вот той красоты мира,
тем им будет проще как бы найти себя, найти свое место в жизни.